Всем привет, рад вас видеть на моем канале. Я думаю, с данной проблемой сталкиваются многие. Может быть, у кого или большая семья, или у кого чемоданов несколько, кто ездит отдыхать, много вещей берет с собой. И как хранить чемоданы? С такой проблемой столкнулся я. Что с этим делать? Вот у нас есть в данный момент 3 чемодана на 28 дюймов, на 24 и на 20 дюймов. Мы вот покупали на 20, это как ручная кладь для таких необходимых ценных вещей. И 2 чемодана покупали, потому что одного на 28 как бы маловато, на строе, и действительно маловато. Если там что-то привезти захочется, что-то купить. И вот столкнулись с такой проблемой, как хранить эти чемоданы. Они реально занимают кучу места. Если места мало или кто-то в квартире, что с этим делать и как выходить из данной ситуации. Друзья, в данном видео сейчас я вам покажу. Смотрите, у нас 2 чемодана, это производитель Xiaomi Runmi, Xiaomi, это VIF. Это все чемоданы, и обзоры на них есть на моем канале, можете посмотреть. Замечательные чемоданы, все с поликарбоната. Я, честно говоря, их не покупал для, не с подборкой для этого, чтобы он так получилось. Но реально, я так прикинул, должно получиться. И это реально получилось очень удобно, очень удобно. Чемоданы мы храним так. Реально занимает очень мало места. Берем чемодан на 20 дюймов. Ложим его в чемодан на 24 дюйма. Он реально помещается идеально в этот размер. Видите? Все, четко. Берем на 28, это уже другой производитель. Но в принципе, все подходит. Друзья, расстегиваем. Расстегиваем. Не очень удобно, но одной рукой. Смотрите. Получается красный 24 дюйма, внутри него на 20 дюймов влез. И вот сейчас этот красный лежит в чемодане на 28. Закрываем. Легко застегивается. Вот, с такой ситуацией мы столкнулись и вышли с нее подобным способом. Все 3 чемодана лежат друг в друге, все очень удобно, реально классно. И еще можно в чемодан на 20 дюймов положить какие-то сумки, которые редко используются или тому подобное. Там тоже места предостаточно. Я думаю, было видео интересно для всех, кто его посмотрел. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Был рад вас видеть на своем канале. До новых встреч. Пока-пока.